Добрый день, дорогие товарищи горловчане. Дело в том, что я теперь могу уже говорить «дорогие», потому что мы вчера работали в Донецке, и здесь, в Донбассе, нас так тепло встретили, что произошло какое-то сближение. Ну и так как мой концерт называется «Концерт-встреча», а встреча обычно всегда лучше протекает за круглым столом, когда есть закуски, выпить, и в связи с этим всегда происходит такая непринужденная беседа за столом. Но, к сожалению, здесь этого невозможно, потому что я один на сцене, вас много в зрительном зале, и поэтому все равно будет в какой-то степени монолог с моей стороны, как бы мы ни хотели разговаривать. Но я уверен, что у вас есть ко мне много вопросов, и, наверное, творческих вопросов, не таких там, сколько раз женат и разведен, а творческих, вот, о работе в театре, в кино. И поэтому, чтобы предвосхитить некоторые ваши вопросы, я на них постараюсь ответить вкратце. Свой рассказ я буду перемежать песнями, веселыми и шуточными, грустными, и грустными и серьезными, так буду чередовать, для того, чтобы вы не особенно успели устать и не особенно успели отдохнуть. Вот. Ну, а если что-нибудь вас заинтересует, в конце я с удовольствием отвечу, лучше, если в записках, но если будет не в моготу, тогда можете кричать, если услышу, отвечу. Спасибо. Песня из фильма «Я родом из детства». Не «Я родом из детства», а «Сыновья уходят в бой». И недавно вышла пластинка с этими песнями. Одну из них я хочу вам спеть. «Он не вернулся из боя». Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и местом землянки хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.